Так, сейчас попробую в первый раз рисовать двумя руками одновременно. Я уже все подготовил. Попробуем. Буду рисовать древом. Беру две кисточки, они не одинаковые. Это у нас белка 2. Вот, и вторая белка 3. Чистую водичку. Вот, кстати, одну кисточку я забыл почистить. Теперь она отмачивается. Так, берем цвет. Рисуем ствол. Интересно, кстати. Вот видно, что ствол у меня получается такой худенький. Много воды. Это еще одна ошибка, что я прилепил скотч, получается, сверху и снизу. То есть и тут я уже не смогу рисовать. Точно так же снизу. В принципе, пока все хорошо. Так. Вот какое-то такое грибовидное древо. Так. Хотя, кстати, идея была не такая, но я потом подрисую. Теперь нужно, кстати, зря, как бы это правильно сделать все. Кто-то мне пишет, я догадываюсь, кто это. Ну, теперь должно дерево стать более тонким. И тут от него исходят ветки такие. Вот я подрисовываю, и получается всякая ерунда. Цвета наплывчатые, видно, что подрисовал. Очень интересное занятие. Так, дальше. Дальше беру зеленый цвет. Всего будет 3 цвета. Ну, теперь будем рисовать листовым. Ага, тут уже сложнее. Левой рукой непривычно. Конечно, явно не художественное у меня получается, но это более, сказать, тренировка и балансировка полушарий. Самое интересное, я представлял по-другому, когда начал рисовать, получилось совсем не то, что я думал. То есть как бы работа идет сама по себе. Но это, с одной стороны, хорошо, позволяет выявить подсознательные всякие программы, может быть, некоторые недоработки.
Вот уже скотчик мне мешает дорисовать. Так, так, так. Теперь, наверное, немножко добавлю. Не хотел использовать черный цвет, но возьму его. В принципе, ничего такого в нем нету. Внешняя часть будет у меня к внизу. Так. С черного цвета. Теперь добавлю золотой. Так, он начинает смешиваться с зеленым. Вот это, кстати, плохо. Такой очень медитативный процесс. Так, и золотой цвет у меня внутри. Да, действительно, он смешался с зеленым. И теперь последний цвет, пятый походу, хотя использовать хотел три, вот, но использую больше. Так, пятый будет у меня желтенький, желтенький это будет сияние. Видео идет, а то бывает говоришь, а видео уже не идет. Так, начну, наверное, сверху. Как такая аура? Светлая аура. Тут уже боюсь испортить рисунок. Так, то много воды, то мало. Интересно, сейчас начал правый рисовать, а левая что-то там пытается. Не сильно активно она используется. Сейчас попробую равномерно. Равномерно. Так, опять не мешает скотч. Да, так, ладно. Подрисую. Где-то так. Так, хочется желтый внутри, но, наверное, не буду. Хотя будет немножко наляписто. Не, не буду. Ну, вот, в принципе, так. Пусть сохнет. Вот, на этом все.